Цена нефти Brent упала ниже 61 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на утро 5 декабря упали в цене до 60.99 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале утром в среду, 5 декабря, упали в цене до 60.99 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg. Так, по состоянию на 8.02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1.76%. При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52.39 доллара за баррель, потеряв 1.62%. Напомним, 4 декабря фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли в цене до 62.18 доллара за баррель. Как сообщалось, на прошлой неделе нефть Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.